Друзья, добрый день. Ведь какой-то что-то сбой произошел с видеокамерой, поэтому начинаем показывать уже. Смотрите, пока просто сот показывают. Видите, как отстроено, увеличено соты, когда пчелы заливают нектар. Это что такое? Это к чему хочу показать. Помните, как-то был разговор о том, что если оставлять старый сахарный мед после зимы, пчелы обязательно добавят его в новый. Я вам говорил, что этого не будет происходить, потому что пчела, в принципе, она, если распечатает старый мед, кормовой запас, только для того, чтобы, когда будет совсем, ну, потратить голодно, то есть потратить на еду. Есть новый нектар, который будет приносить. Она будет откладывать в отдельные соты и, если надо, на такие рамки, то есть увеличивать сот, делать, вытягивать ячейки больше и туда заливать. То есть таким образом старый сахарный мед, скажем так, после зимовки не попадет в свежий. Это будет происходить только в том случае, если вскрыть старый мед. И тогда да, пчела его будет переносить по сотам, и он будет перемешиваться. Вот поэтому и показывал вам этот сот. Но как это действительно выглядит, как происходит, что не попадает мед, старый сахар зимовало мед, никак не попадает в свежий. Вот, но это лирика. Что я сейчас, честно говоря, здесь делаю? Здесь я делаю подсаживаю проверяемый на наличие маточников. И сейчас будем выпускать рамки из изолятора. Матку снимать, выпускать матку. Для этого надо было проверить все остальные рамки, убедиться, что нет маточников, все в порядке. Только после этого выпускать матку. Иначе они ее в противном случае могут грохнуть. Ну, вот все проверил, все посмотрел, маточников нет. Маточников нет, и значит можно выпускать. Из одной семьи уже выпустил и проверил. Выпустил вчера, проверил. Ну, там все нормально, вот. Давайте посмотрим здесь. Семья ведет себя не очень хорошо, потому что она очень злая почему-то. И не произошло бы здесь то, о чем мне хочется, собственно говоря, говорить. Ну, сейчас проверим. Очень-очень агрессивно идет сюда. Это вот такая семейка, кодочек какая-то, да? Давайте посмотрим. Пчелка там есть, свита небольшая. Есть. Теперь смотрим. Так, засева, что-то я не вижу. Так, на солнышко посмотреть, засева не видно. Матки пока тоже не видно. Так, маточник, вот это уже, ребят, хреново. Маточник какой-то они тут натянули, значит, и засева нет. Значит... Возможно, произошел ай-ай-ай. Так, ну тут кормовая такая, кормовая сушь, скажем так. Засева нет. А, не вижу, не вижу засева. Ни засева, ни матки. Вот тебе и упс. Грохнуть они ее не могли. То есть получается, она сама, что ли? Сейчас посмотрю на дне изолятора. Ну нету. Проверяю еще раз. Давайте проверим. Нету засева вообще. Ни яйца.
И на дне что-то я не вижу. Не вижу, не вижу, не вижу. Там не так уж и много, собственно говоря. Ни на сетках изолятора, ни на дне. Не вижу, странно. Вот тебе и да. Не может быть такого, чтобы я во время подсадки она улетела, потому что точно контролировал, видел, когда закрывал крышку, собственно говоря, изолятора. Точно видел, что там были маски. Ну, либо она не набрала силу, такая маленькая, что пока мне даже не видно. Ну, в общем, ладно, что тут говорить. Не приняли. Точнее, не приняли, а просто, получается, наверное, погибла матка. Не выдержала пересылки, соответственно, и погибла. Ну, ладно, что ж делать. Вот так вот. Из шести маток, получается, одна, к сожалению, и не пошла. Вот. Ну, единственный сейчас вариант какой. Поставлю им из другой семьи рамку с засевом, чтобы они себе начали тянуть маточники, а дальше посмотрим. Либо куплю матку, либо еще что-нибудь сделаю. Ладно, пойдемте дальше, что делать. Делать можно. Так, ну и давайте все-таки с этой семьей доделаем. Я перебирал ту семейку, которая, где у меня матка 21-го года. Ну вот. Там пчелы уже достаточно много, силы, а семья набирает силу. Есть такое подозрение, что матка старая, пчелки тоже строятся, хотят ее сами сменить. То есть хотят делать смену маток. И нашел я там рамочку с засев, там понятно все вот это дело, и рамку с маточником. Но тут вот такие вот миски-полумиски, а вот тут рамка с, вот он маточник, он не запечатан, вот-вот запечатан. В общем, посмотрим, то есть как они выберут себе. Сами будут еще тянуть, из этого маточника выведут, не знаю. Чтобы семейка была, скажем так, подобрела, поняла, что у нее есть какая-то надежда на жизнь, и новая матка. А то вот реально, я думаю, что она такая вот, проходишь мимо, вот именно с нее так начинают пчелки атаковать. А они были злыми, они злые, потому что все, они поняли, нет возможности вывести матку, не маточку. Когда такие были злые, а теперь они сразу добрее. Ладно, такие дела. Ничего не поделаешь, бывает всякое, все, пойдемте работать.